Там я шмотки, которые выбирал, это похуй, забить. Все, я понял. Я просто... Понял, просто это смутило надпись. Извиняюсь. Угу. Так, ну чё, Локи определились там, кто на какой там этот нажмёт? Да по ходу дела там разберемся. Да там Макс, вообще. Асмодей там разберетесь сами. Угу. Скажешь, поставьте порталы вот так между ними здесь посередине, чтобы можно было залететь и там или налево, или направо поставить и все. Как раз у нас стрелок, а три портала посередине тыкнули и все. Ребят, а такой вопрос, когда она стоит закованная, обязательно мне стоять у нее перед лицом? Нет. И... Нет. Она просто стоит. Не надо. Наоборот, сбоку стать всем и дамажить. Вот, вот, я об этом и хотел узнать. Серчина, готовность. Лоя. Артстайл. А я хоть кому дал пыли, блядь, на чарку или нет, блядь? Да, я зачаял, спасибо. Запускаю босса. Че, ребаф? Пристабаф, ну там баф, че, дайте. Нет. Дайте стамину. Все. Тут эти шота. Кто на больших, кто на маленьких. Больших вар забирать. Больших сейчас нет. Косты, ладно, сбивайте тем, что молнии пизду. И сейчас тоже... А, лед стоит, все, окей. Не тот самый, сова, смотри, куда идешь. Там вот большой, вар, хватай большого, и РДТшники после того, как зальем мелочь всю, заклеиваем, будете ебенить большого, после того, как убьем мел. Все, РДД можете уже играть по этому. Так, сейчас будет третий гарпун. На пульте. Быстрее вот этих заливайте. Лужа, аккуратно выведи. Сашки отставил, ебать. Стрелы. Ебашьте босса. Кимс, давай. Ой, блядь, тотем. Геру? Не Геру, а тотем. Да. Нечаянно сув как откатится, ваши БРы. Давайте нечаянно в этого. Сашки, кстати, есть? Есть? Может, пускай он сам встанет лучше? Ну да, если есть, то вставай, конечно, чё ждешь? Не-не, я там вставал. На... Ебать, анимация. Всё, тогда нечаянно в Сашке суф в артстайла даст БР. Большой. Сразу выводи его отсюда нахуй. Все, РДД, можете уже спек, это свечится. Поехали по большому РДДшнику. Сейчас БР там откатятся через 20 секунд. Смотрите внимательно под ноги. В луже не стойте, там урон сумасшедший залит. Сейчас Сашки стоит, сразу забафали его. Каску, лапу, пристабав, всю хуйню. Это калужа. Большой. Отвози. Еще один большой. Больших двоих забрали, РДДшники играем. Зачем вы ведете забери опять их этого? Все, хорошо. Играйте, в которого меньше хп. Артстайл тоже встал, забафали.
Поехал, пиздец. На пульте вот эти хорошенько, побыстрее их льем. Две секунды будет гарпун. Больше в трэш, больше. Служу, служу, выходи. Сливайте. Суф умер, блядь. Как нахуй? Уже ебать, ты долгий нахуй. Уже умер. Поехали по боссу. В босса, в босса. Суф, как ты сдох? В луже? Да по нему заехало, там пиздец урона. Подъебал, отойди. Там этот ледяной болт 14к бьет. Кто под лицом стоит? А, мобы? Ой. Кто пьеты? Чай на Индра, где нахуй? Он... Так, в следующий раз она садится, мы даем Геру и переводим ее. Именно так. Смотрите внимательно, за лужами, за всей хуйней. Если вы видите, что, блядь, в вас летит эта хуйня, прожмите что-нибудь. Я кош нажимаю, когда в меня эта хуйня летит ледяно. Разные руны по КД тыкать. Большой, забери его. Вы отведите с лужи, блядь, как мало. У нас два ханта, я не вижу напулов нахуй от них вообще, блядь. Да, Реш, ты один раз обратил внимание, типа, да, и говоришь, я не вижу напулов. Ну, это я сейчас смотрю, до этого по предыдущий раз тоже смотрю. Двое триксов вижу в КД, напулов нет. Красавчик. Лужа, лужа, ребята, в луже бегаете. А, БР отдайте, пожалуйста. Да. Выйди, блядь. В окно, Арч. Не забывайте просто. Тотема переставьте. Так, там сейчас будет последний гарпун через 3 секунды. Жми гарпун. Просто не подводи вот этого большого. Поехали рейда. По боссу. Геру дали. Соловкой кидай. Кинул, где кинул. Ты, Максим? Пиздец, его нет вообще нигде. Ой, бля. Ему уже. Да-да. Я понял. Ну как кастит, что сделал? Там, если что, резнулся. У меня 20 секунд еще, когда, подожди. Бейте быстрее, у нас есть 3%, надо выбить. Хуй не успели, заебись. Ну там минус 3 просто, блять. Не хватило их ДПС. У нас минус 2. Третий это хил. Ну да, их хватило немножко. Большого. Давай, ставь. А ты. Рыло. Я уже поставил. Я же сказал. Кино, да? Нет, почему ты сказал, давай ставь, я сразу воткну. Сказал, подожди, 20 секунд КД, блядь. Ну, 20 секунд КД, потом ты сейчас сказал, давай ставь, я поставил. Нормально, вы попиздели, так я смотрю, никто не проебался, да? Вообще заебись. Ты в 3 хила нормально выхилил. Большой забирать сразу куда-нибудь направо. И еще раз большой. РДДшники, поехали. Три больших. Еще большой, блядь. Уйдите оттуда нахуй, милики. Куда вы лезете? Он сейчас закрутится, сдохните все нахуй.
Все, 4000 с первого тика, ничего страшного. Да, да, вообще, бля, нихуя страшного. Сейчас строй начнут крутиться, бля. 6000, а не 4. Мне 4 прилетело. В лужах не стойте. Классно. Служи, служи, служи. Мар, сними большого с меня. Все, милики, по мелочи поехали. Там опустили босса. Села. Доливайте трэш. На ходу, пока мы к ней бежим. Да, бьем мы, нет. Бьем, бьем. Забирай столов. Подъебало, не лезьте, сейчас заклеивает. Ебать, она бьет нас. А, мобы меня сзади лупят, ребят. Нормально. Протяни босса чуть-чуть вперед. Чтоб мобы были возле нас. Я все лежу. Да, реально урон. Прожми хпшку. Ага, красавец. Протяни вперед босса, блядь, нахуй. Чтоб мы убили пидора, который, блядь, бьет молнией. Или РДДшники, раздуплитесь, убейте мобов, блядь. Потом... На кого СС кидали? Кидали на кого? Я кинул на нечаянно. Отверни немножко. У меня слоу, ну, стаков много хрипно. Замедление. Я понял. Вы по 3 стака максимум держите. Да, мы держим второго танка, нет? Нет, он тоже... А, все, тогда ложимся. Нет. Давайте, время не тянем. Давайте быстрее, стопнули хил, сдохли, быстро побежали сюда опять. Два СС на друидов и на Владика, дайте тоже СС. Я на Владика, да. Я запизделся просто. Угу. Ну об этом мы в курсе. Бедненький Владик запизделся. Чё собака базаришь? Ты сломаешь сейчас. Нахуй сломаешься, блядь. Хуй-то, блядь, сломать не можешь. Сейчас ты хуй свой ломаешь. Что хуй не ломается? Видишь, не можешь сломать, блядь. Сейчас, чисто. Я в ДЦ, короче, рыбу, рыбу ставьте, ребафайтесь. Да ты какого ДЦ? Я хули приставлю. Нет смысла от холика, пока я кащу, там все захиливается, блядь. Цепнухами, нахуй. Так что, ты был в холике? Конечно. Так ДЦ тут лучше. Ну, Саня сказал в холике, блядь. Я был в холике, чем проблема? Ну, ДЦ, окей, да. Оставьте рыбу, где рыба? Ебать, все такие нахуй это, жадные на рыбу, пиздец. Да мне как-то давали, у меня 20 стак лежал. Потом я обратно отдал. 20 стаков лежало? Нет, просто 20 рыбы, один стак. А чё детезом? Почему он не запоминает раи, блядь? Запоминает. У меня нихуя не запоминает. У меня запоминает что-то дофига. Можно закладки даже. Игнис, а где я? Вот 8 минут КД? Почему у тебя 8 минут КСС КД? Ты его в бою, что ли? Я кидал на том трае. А тебе трае в конце трае. Да? Так, ладно, у кого есть СС без КД, блядь? Я дал на Влада СС. Значит, у всех на КД. Поехали. Когда откатятся, кинете над друлей. Я так понимаю, друлей с эти БР откатились, да? Ну да и столовки дал. Зачем? Сашки. Пулять.
Так, а давай я лучше буду на мелких, потому что, ну, мне, думаю, проще будет. Тебе, точнее. Ну да. Столовка, давай ты будешь больших забирать, а мы будем напуливать тогда на этого, на вара. Лужи, смотрите, пожалуйста, внимательно. Меньше пиздежа. Большой. Столовка, это твой большой. Сразу мастаном пиздани. Да, тут бомжи правят. Мастан и этот... Рефлекти побольше хитагами. Чтоб в тебя не залетало дохуя. Он пати тоже рефлект. Следите за лужами, не ебулите. Лучше с меня мобовля забирайте, блядь, по уши. Чтоб мне ебало не ломали. РДД по большому уже. Олег, что ты, куда ты полетел, блядь? Нахуй. В Долоран, блядь. Можете гарпуны по одному низу, можете под конец и сразу их заюзать, что время не появилось. Это похуй вообще. Ну, идите последний, жмите по анонсу. Давайте последний по анонсу жать, когда мы уже будем, блядь, готовы, чтобы... Просто не время, брев. Там так, два. Смотри, жали... через 10 секунд будет, блядь, гарпун. РДД, похуячили по большим, быстрей. Гарпун пока не жмем. Сейчас убьют двоих, а они сейчас вылезут новые, блядь. Надо тогда, наверное, спускать. Сади. Ну, да, давай, да. давай. Спускай. Хорошо. А, заебись прям. Че, вышли, да? Угу. Большой один еще. Ну, держи. Че, столовка, держи. Держи. Мне кажется, что можно две гиры дать. Не знаю. Ну, одну в самом конце. Прошлый драйв был больше 10 минут, и мы еще как бы били 300%. Ну можете дать геру сейчас. Я беру, стой, не надо сейчас. На следующей посадке дадим. Ну. Давайте, да, на следующей дадим. Максимально обдо дайте перед тем, как она откинется. РДДшники. Блять, в идеале это надо ей выбивать 25% нахуй за посадку. РДДшники хуярят им этих больших, сейчас малых будем и... Куда милики бегут, здрасте? Блин, да... Все больших не собирай. Марк, помоги ему. Давайте хуячьте их, блять, РДД. Мы на миляк пошли. Давай, Грилл, оставь. Айл. Ебать, я спел в луже, нахуй. Спасибо. Ну, сам себя прохилил. Это прям Киркоров, нахуй, блядь. Не в твой луже. Один. Отойдите. Хоть тик один прошел, ебать. Влетайте. Ногим такой. Базу беру. Как ты сагриваешь, нахуй? Ты чё там, блядь? Да сука, блядь! Нахуй ты, блядь, бьёшь её? Служа, а чё мне делать? Служа, да, блядь, АУЕ бей! Ты АУЕ не сагришь нихуя! Я АУЕ бью. Тогда раскол жми, блядь. Так какой раскол? Он, блядь, не так... Обычный. Время, давай танку. Это не мишка, не протопал. А Боб ещё не уебали, он у всех уже семечка висит, да, Максим? Да. Если протопал был, конечно, удобнее было варим, потому что довольно-таки сложный. Да. Гилку кидаешь, таунтами работаешь, наверное. Работает с таунт твой, бля. Ой, если человека ударили, нахуй. Если его не били, он тут работает. Там миликов хуярит. Поэтому мало людей танками играют, да? Может, не БРнить? Не хотите не БРнить? Блять, нет, нечаянно. Не надо, не трать БР, блядь, пускай сидит. Сейчас будет гера, мы будем опускать. Давай, давай, жми.
Давай. Лужа под боссом, встаньте, проверь. Столов. Ау. Кинул, загал. А у меня же кидал уже 6 секунд, когда. Чайн, дай по мне иннер. Ну, это, конечно, бессмысленно сейчас кинул, но... На скольки? На 50, да, он переводится? Да. Еще один раз. Дали бы на первое, было бы сейчас красиво. Не успели. Пробафайте меня. Но он по эксекутку уже откатывается, в любом случае. Видишь, в чем прикол? А чё иннер, блядь? Куда он его делал? Баф и каску, там пристабаф, дайте. Пизды тебе. Что вышел? Большого. РДД. Ваш выход. Лужа. В лужах не стойте, ребят, там лужа на вас, на РДДшников. Швыряет. Лапку, блядь, есть, я вижу. А можно на дух баф? Нет, нету маны, да. Максим, отъебись. Да, сука, да. Соси, на тебе нахуй, вот тебе ПС-ку, блядь. ПС-ку, найс, блядь, ПС-ка, охуенная ПС-ка. Там мобов нахуй нету, просто. Да, блядь. Минута у меня. Сейчас как-то заливаю. Не знаю, ебать, когда ПС-ки давать. Большого. Столовка, забери быстрей. Так, гарпуны там сколько зарядилось уже? Два? Да. Сейчас будет третий. Смотрите, сейчас еще один трэш. И будем садить уже. Мне гарпун сейчас зарядит за 15 секунд. Заливайте трэш резко. Большого вам заветер, да? Выведи туда, там лужи, блядь. Ебать, вы чё, конченые? Вы не видите под собой лужу, что вас дамажит, нахуй? Пиздец. Не для тебя осталось, именно скажем. Там все дамажили, получали дамаж. Нажимай. Так, РДДшники, по боссу, потом добьем трэп. Да. У тебя сколько до гимна? Ложитесь как можно больше, ложите. Дают туда за темпы. Кот истерит, даешь столовку. В очень важного человека. Давайте еще. В моего пета, блядь. Такое чувство, что да. Все, ее посадили. РДД. Добили бы мобов быстро. Все резко РДДшники по мобам. Все, хорошо. Вар, скажешь, когда забирать? Да. Нечаянно БР не артстайла. Ну, БРил в лейбл. А, суф. Урода БРил он, блядь, на логе. Я тебя сломаю. Все, я забираю, походу, да? Да, забирай. Вот здесь вот. Забирай, Вар, отходи. Смотрите, лужа аккуратно. Столовка, веди его к лестнице. Блядь. К лестнице её. Если так держать босса, смотри, стараюсь держать босса так, чтобы она пузом была на луже, блядь, понял, чтобы мы ее могли бить. А потом, когда начнем следующий развести, лужа уже пропадет. Я разворачиваю ее. Все, поворачивай, веди прямо. Кирюх, закидываю. Давай. Да куда вы иннер сливаете, я в ахуе? Я разворачиваю. Куда ты бежишь, Вар? Ковры, не поворачивай. Все, Вар забрал, да? Да, выходи. Я понял, я и стараюсь в рейд не поворачивать. Поэтому по квадрату сдаю. Води. Какой это тем? Ой, этот, блядь. Гим. Все, я могу сдавать. Сдавай. Помчали, нахуй. Лучше. Короче, ее тупо по кругу водить надо. Да. По квадрату водить, по стакам меняться, все. Хорошо.
Ой. Ебать, плечи, они плохие. Че, три босса осталось? О, что надо? Голова. Нихуя себе башка, бля. Ебать, секс, нахуй. 150 УД дали? Да. Башка мне надо. Заебись. А, робот еще, ебаный вот. Ну, у нас роботы еще три. Самый жесткий босс. Если роботы три, подожди. В вестибюле три. В прямом смысле. Робот, добавили, потом еще три босса, блядь. Добавили, добавили? Да, я знаю, конечно, блядь. Влад, да, ты где живешь? Добавили. Это собрание. Так, стойте, добавили. Не агрите, нихуя. Заходите сюда в комнату и стойте тут. Пока все не придут. Хоть плечи с виду ладные, охуенные. Похоже на старые эти динамики из старых колонок. Покурю пока, да? Кури. Давайте трэш убьем, перекурим. Да, о, тут правильно. Да подожди, давайте трэш убьем, это не значит, что мы его пулим, блядь. Пусть все подойдут сюда. Так, я последний, блядь, давайте. Все, поехали. Лапу ебаните. Помните, да, как его танчит? Техника, вхуярьте сразу. Ой, блядь. Бля, да, ой, хорошо. А, не успею покинуть ситуацию. Техника. Ой, насилие, ебать, камень душ тыкаю. Пизда. Как вкусно две пачки пулять, да, танки, охуеть. Он весь, ну, пуляется, я, ну, сразу, да, он давай. Весь пуляется сразу. Они три помагрятся. Попробуйте фир, работает на них. Встали, бежим. Техника. Кто упал? Убиваем, трэш, потом будет перекур. Ну если работает, то контролить можно. Не теряются, блядь. Ничего с ними не делать. Вроде урон количество людей. Техники щиты ставят. Да. Да. Все, техников убили, бьем остальные. А компактор. Урон, вот... короче, тысяч людей идет. Так что, блядь. Вокруг них разрушить. Влад, ты пропадаешь, тебя вообще не понять, что ты пытаешься сказать. У меня нормально. Вокруг встань. Вот че бы ты полностью пропал бы на. Ебать, у тебя кенты, Владик, я хуею. Заебал быть шаром. Подходите быстрее, пацаны, давайте это самое. Лево аккуратненько, да, начинаем, нет? Да, вот с того одного, блядь, уёбка, попробуйте слева сать. Одного. Ага, они все бегут, смотри. Все, по технику поехали, сантехника хуярь. Там еще один техник. Череп поставили, по черепу играйте. Жоу набить между собой, блядь. Быстрее, 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 быстрее. А то что там ваншот будет. О, нормально, бля. Бля, он нахуй заезжает, блядь. Как, сука, блядь, пиздец. И я говорил, блядь. Заберите, это же хуяк полрейда упало, блядь. Как это бульдог с Харлам, там вар какой-то, блядь, не знаю, двух ног слетает. А Сарик что делает, блядь? Сарик вышло, блядь. Он хуярит, блядь. Техники все. Вот этот компактобот, он фиряется, нет, ну проверь. Так они не успели проверить. Сань, все, ставь там проверил. Время, а то я уже в туалет, блядь, уже два босса терпел. Владик, я здесь. Сань. Пора меня выкидывать. В смысле атака? Ой, алло. Ой. Я б сейчас, смотри, стартанул бы. Гуляй. Все. Смоук. Что там, рыба хуиба, бля? Да, давай поехали. Так, что, мне надо в Дестрика спекнуться или в Африке побыть? Дестрика спекнуть. Тогда... Давай, нужно будет. Тогда шкаф. Починитесь, кто там еще не дошел. Шкаф тыкните. Дай портал под город, пожалуйста. У меня нету, Макс, я ренегат. Так, ладно, тогда я, подожди, полетел, да. Саня, а ты можешь этот лут пособирать, я попробую по этому. Подербанить мобу. Ну, я сам попробовал, у меня что-то не получается, я хуй знает. Я парочку разобрал. Ну, я серьезно, вот у них нету ничего, и мне показывают, что у них ничего нет. Банить.
ты этого утюга задербанил? Не. Сбегай, почекай, вот его там с него хороший. Ты вот сейчас сказал Егору, Егор уже в смысле это. Ты мне на ушко в следующий раз шепни. Понимаю. Никакого утюга уже нету, его уже эти... Бран за борот разобрал. Как оно там правильно, сука, пишется, блядь? Из пепель, блядь, шо? Все, дайте сумму, пожалуйста. А, хотя подождите, стоп, нет. Это пизжу, не надо сумму пока. Схожу под город, таланты сброшу, блядь. Бля, ребят, кто ночью собаку функциями дискордами пользовался, блядь? Задушило? Блядь, он так умеет перекид. Ну, такая собака. А кусака, нахуй. Кусаться. Эх, аж ГМ. Жаль, только не запись, куда кусаю. Сань, ты тут? Он пошел кусать. Кусать собаку в ответ, да? Ход. Пойдет тогда кофейку хряпну. Дед давает собрание. Да, у нас есть кого поменять, то сердце ДПС не будет. По-моему, нет, да. А вон там Хартус, блядь, он же дамажит нормально, чему его не взяли. А где этот Бата, блядь, который, блядь, что-то был, нахуй, сейчас нету его. Баста там 4 лока было в рейде. Он ну пол... да. Я подумал, типа, ну, типа, зачем вообще в рейд ему идти, если ты так 4 лока ходит. Так в смысле? Ходишь, одеваешься. Так нам и нужно 4 лока. Саня, смекалка, слышишь? Бля, у нас, короче, если не будет ДПС хватать, короче. Короче. Это заебало, товарищ, я ругаться начну. Ругаться. Я говорю, придется 4 хила нахуй. Когда он загорится и включит мне микрофон, заебал уже. Нахуй мне заебал. Жара, нахуй, сейчас ливну, блядь. Да все, Сань. Заебали, давайте. Речь все делает. Бля, удали дискорд нахуй. Ты просто поджигаешь нахуй. Девочку на Арчи, ебать, обиженная, да. Навесить. О, Арчи, что за дела? Ты что, девочка у нас? Ну, я пишу, ты что, блядь, ну нахуй ты людей подставляешь, он пишет. Блядь, ну, блядь, меня обидели, блядь, я же алкаш, нахуй, пиздец, блядь. А кого? Чё у него, блядь, за ПМС начинается порой, нахуй? Ты пизда, я говорю, блядь, ну нахуй ты подставляешь, говорю, ты единственный Эрем Гильдии, ебать.
Я не хочу, он, блядь, с Гавайем ходить, нахуй, он меня обидел, блядь. Он не пошел в рейд? Из-за Гавая. Да, пошел в рейд, потому что его вчера обидели, блядь. Так это, так он и в десятку завтра не пойдет. Да, он сказал, он не пойдет. Сказал, что я не хочу с ним пойти. Мы хапаем рыло просто и все. Нам нужен тогда ЛМ. Вот, представь, вас... Серьезно? Мы дали вам рыло, завтра рыло идет во второй статик, сова, суф, все. А как и планировали первый раз? Через соусы дать. Че, все не все, чедачи, не? А во сколько завтра, Саня, блядь? Пацанов стоит вон. Суф, ага. Суф, брат. Пацанов стоит. Да, так что не парься, ладно. Саня, Саня, суф, ты меня слышишь? Короче, не спамь, покровительство, у тебя есть два хулипала. И совет тебе, когда прокают у тебя ветки сывы, охуенная штука, как, ой, блядь, в эрдру, блядь, знамение ясности, скидывай жнецвет. И будешь с маной бегать. Понял? У нас другая проблема. У нас два танка, у которых нету ДД-спек. Бля, вон, меняй на хардку сэй, блядь. Докашка, которая дамаг дает. А почему у вас нет ДД-спека, блядь? У меня ну, есть ДД-спек, да, да, у тебя есть? У меня есть. Ну все, тогда в чем проблема? Это Ганя ну... танчит, ловко ДД. Мне в Долоран надо, но. Ну летим, ты просто мой. Так ты дашь урон? Урон хороший в сердце, дашь? Ну, навряд ли, ну как бы пятак урон будет. Урон, да урон. Так и больше, чем в танке он даст. Пятак будет где-то в районе 5. Нормально. Просто сейчас, сейчас посмотреть на рейд, у нас, блядь, здесь ДПС будет меньше, чем Порошина. Нормально все будет, Саня. Типа у нас нету кота, ебать, у нас еще кого-то нету, у нас нету Арчи, блядь. Все, я спикнулся, ребят. Вот если есть фура. Саня, не сикай. А кот, он блиды навешивает. Ну так и фура навешивает, че, угорайте? Ну, точнее, дебаф, который увеличивает урон от кровотечений. Арнс навешивает, а не Арнс. А кот сразу. Наша, прием, ты тут? У нас проблема в этом районе. Да, я тут. У нас, считай, кто? У нас, блядь, крючение вешают два ханта просто. Чё-то тебя не слышно, да. Два ММА, да? Валить надо, блядь, в больницу с женой ехать. А, уже? Блядь, мне в 4 часа надо в больнице быть. Я думал, мне в 4 ее нахуй надо забрать. А мне в 4 надо с ней же в больнице быть, поэтому, блядь, я полетел. Давай. Ну, пусть Арчи заходит. Ну. Заберите меня. Ой, замените, говорю. Арчи, заберите. Он заходил в Дискорд. Ну, да, вот. А, короче, колом ты остаешься с нами, мы тебя забираем. Ай, блядь, сука. Да, опять Максим заплакал, блядь. Перестань, Макс. Я хочу Ульдуар потравить, мрази. Дайте мне Ульдуар. Максим, ну не плачь, блядь. А чё, средств есть у тебя, Армс, нет? Нет. Если я спекнусь, у нас тогда не будет миликрита 5%. Вы уж извините, но 5% миликрита это жирнее. Это... В самом деле то и то важно. Нет, урон от кровотечения не настолько мощный, но в нашем районе. Ну как у хантов настолько много крита, чтобы у них прокало охуенно. Сколько там, блядь? Гена, пронзающий выстрел, 122к за бой, нахуй. Это при том, что он еще спамил этот АУЕ. Знаете что, блядь, давайте найдем плюс один еще, блядь. Нет, крит нельзя. У нас типа, ну вот, заберете крит, заберете вот, 2к ДПС у ханта просто. Естественно. Остаемся как есть, просто нужен плюс один. Доберите Армс или кота какого-нибудь. Да вам возьмите, говорю, Харкуса, он дамажит хотя бы. Ну давай Харкуса. Если он... Так он с пугами, наверное, пойдет? Он не хочет, наверное, когда видишь? Блять. Ну давайте спросим сначала, потом уже. Давайте ебать, если прям гифли, будем куда-то сейчас спрашивать, нахуй. Подожди, а он 202-й, что за хуйня? Да он нормально. Блядь, на острове. Да он на у него не он не 202-й. 202-й он в танке, наверное. О, подожди, док может зайти. Заходи, Антоха, давай. Так а чё ты, блядь? У него армс? Да. Ну так и все. Что вам надо, блядь? А кого у нас кровотечение, бля, чтобы они, блядь, ну, бафали? У тебя, долбоёб, у тебя, у Фурика. Когда он не размутает, нахуй, конченый этот, блядь, человек? Саня, где же... Фурик, скажите это ему, я. Что он долбоёб. Скажите ему, что он дебил, блядь, вот у него кровотечение, нахуй.
Антоха, присоедини в гильдию, я не вижу тебя. Вот тоже кровотечение, блядь. Роги кровотечение, это шмутик, да, у нас? Нет, это комбат, но комбат сейчас тоже кровь вешает. Ну, как бы. Соловка, давай мы тебя махнем. Она блядь, дамажит, ебать. Что, ну, Хархус явно больше ну, тебя даст. Не ветер, да, Квикс? Не факт, что мы сейчас убьем. У него не в качестве Гаруто, у него не вешает. Мы убьем, блядь, сейчас, не ссыте нахуй. Кому надо тактику рассказать, сразу скажите. Бля, если так. Нам не хватит ДПС, то будем 4 хила учиться, как, блядь, Трай или другие гильдии. Да. Просто грамотно нажимать на раскаты нахуй сейвы и все, ебать. Ну, то есть 4 хила это короче, профилит. Тактика, блядь, есть две метки. Светлая, темная, блядь. Светлую выносишь так, чтобы рядом с тобой никого не было. Ну, просто можешь где-то даже вот в толп, ну, короче, вот. Рядом с боссом, но чтобы в радиусе там примерно 5-8 метров рядом с тобой никого не было. Он типа АОЕ бьет, все. А темная метка нужно далеко с рейда выносить. Она примерно 20 метров бьет рейнджи. Если вы в РДД стоите с желтой меткой, вокруг вас никого не надо, нету, то не выбегайте вы, блядь. Да, стойте, выбегают просто. Только милики, остальные держат просто рейнджу. Если вы будете за тупками, нахуй, вы убежите, блядь, в Долоран, блядь, и вас тупо не прохилят. И вы умрете. Как бичи последние. Все возьмите. Меток. А в чем фишка этого босса? Мы сейчас стоим, пиздим его. Доводим его там до 70. Да, до 70 же? 75, да. И, короче, вылазит, ну, из него такое сердце вываливается. В него нужно прям очень жестко забурстить. Убить, ну, за время его каста. Точнее, до того, как он закончит каст. Все. Если ему получается, мы запускаем хардмод, все, и там дальше. То есть ты все бурсты хард оставляешь на сердце. Да. Все свои обновления там, блядь. Я вот говорил на прошлом КД и говорю... Оставьте шкаф, что мы едем до и Хархуса. И говорю сейчас, кто не пьет припоты, получает ГП. Ой. Да. Подождите, вы понимаете, что препоты это перед боем, а нам наоборот нужно именно во время сердца. И перед боем, и выпить во время боя, понимаешь? За секунду до пула выпить препот, и потом уже во время боя выпить препот. Это не препот, когда ты в бою убьёшь, это просто пот. Ну ладно, хватит вам об этом. Важна. Ладно, ребят, вот смотрите, стоит три метки. Все РДДшники стоят в квадрате, милики стоят в черепе, бьем босса. С темную метку выносим просто с рейда, светлую метку носим в крест. На второй фазе там будет то же самое, также светлую вносим в крест, темную выносим подальше, как бы, от рейда. Ну и стараемся, как, ну как бы, ну как, блять, отнести ее, блять, ну сейчас поставлю метку примерно. Вот на такое расстояние, чтобы вы как бы и под хилом были, и далеко она под рейда, от рейда была, потому что после того, как мы переведем босса в хардмод, там будет она оставлять под тобой черную лужу. Чтобы эти лужи не настакались, надо ее как бы подальше выносить. Что еще? Ну, опять же, сейчас будем бить босса. Вначале вообще никакие бурсты не отдаем. Доносим босса до 77%. Стопаем вообще бурст весь. Ждем откат тринкетов, откат там проков, всей хуйни. После этого начинаем потихонечку там поддамаживать. Переводим... ну, 75%, вылазит это ебучее сердце, даем геру, заливаем, ну, фулл бурсты и, как бы, убиваем сердце. Переводим ХМ босса, и там, ну, то же самое, там также выносим светлую, если на вас светлая, значит, ну, короче, на ком светлая, с этого человека будет выходить частица. Частицу желательно ДКшники грипать сразу в миликов, паладины давать в них стан, Локи, давать в них эти ебучие кайлы свои, чтобы они не дамажили нас, как можно меньше дамажили. А Влад будет анонсить все мои масс-сейвы. То есть у нас сейчас сколько? Опять 3 массауры получается. Владимир, Телдрин и Алисочка, да, у нас получается. Ну плюс ИМА у нас есть что, в любом случае. Тьма. Тьма, чем там поможет тьма? Огонь. Там вроде землей бьет. Топ, нет? Физуха, по-моему.
Там вообще в процентах, типа, это такое. Поэтому... Что можно сказать? Еще. РДДшники растягивались на прошлом трое. Да похуй на самом деле, не растягивайтесь, вы просто выносите светлую и все. На вас светлые кинулись, выбежали с рейда, чтобы она не уешила и все. Потом будете все равно всем сносить в крест светлую. Там будет жестко, буквально вот опять до 70% хэми сносим, потом будет уже намного легче, когда эти частицы кончатся. То есть там все должно быть легко уже дальше. Главное перевести, потом эти частицы, чтобы прожить. А, Саня, она от природы хуярит. Да, я тоже думаю, что от природы. Так что тотем рыло поставишь от сил природы. Хилы пропейте саппроты. Все ДДшники выпейте на ДД фласку. Припот можно особо не пить, но во время боя, когда, блядь, сердце выйдет, ну обязательно нажмите свой припот. У кого сейчас нету, блядь, скажите об этом. Давайте мы вам дадим. Не тут, проблема. Короче, профитно хастпот пить вообще. Профит не, да, пить хастпот. Дайте рыбу кто-то. Поставьте, пожалуйста, да, рыбу там, кто еще не поел, кто не успел. Рыба стоит. Кушайте, кто не поел. Пока СС не кидайте, надо хорошо перевести. Серия магии МК. Почему вы вдвоем обменялись, а меня оставили бить? Будем чекать ДПС сердца, кто дает меньше 500к. Ну, там понятно еще, в зависимости от класса. Будем делать выводы. Все готовы. Тагами на позицию. Хархус, выпей фласку. Суф, почему не поел, пошел? Бануться. А Лемма, конечно, да, то, что нет херово. Шаман. Пуляй. Да, да, пуляй. Два человека выпало. Заанонсите 77%, чтоб стопнули. Я не вижу процент. Все, Суф, нормально. Ну вынеси, Дмили. На танк, на танке, на танке! Рейнджу от него подержите. Максим. Я тихо, я же. Тихо прям. 79. 77. Все, стопните. Стопните, вообще все, не бейте, просто отойдите. Отойдите от еще. Прохил. Видите, вот так легко хилится достаточно. Не надо даже никакие эти отдавать. Квикс. БР. 76%. Просто БР стреляет, Квикса. Блядь. Нечаянно, БР Квикса. Я рукой побью, короче, по джаге. Там есть джага? Ну, ты где, милик, ну алло. Ну, БР Квикса, дорогие. Спасибо. Пробах, в чем, блядь, проблема? Сейчас прохилю. Хил, хил, хил. Хуя, 26 тысяч дал. Под босса зайдите все. Так вы метку не выносите. Как вы метку выносите? Сбегайтесь. Хархус, в чем, блядь, проблема? Сказал, метку выносим в крест. Другие люди, вообще, зачем вы там рядом с этим крестом третесь? Отойдите нахуй оттуда.
Ну, типа, отбежать можно было все равно успеть. А что если вот он не кливает? Почему, что если его ловить не возле лестницы, а ловить, короче, в квадрате и вокруг него вердышником стать? Его можно ставить везде. Что поставить он... пространство, типа, чтобы милики отбегали, носили бомбу ретенционную? Да это вообще не проблема носить бомбу, блядь. Вообще, наверное, нет проблем. Я тоже думаю, что это на самом деле не в этом проблема. Там она висит 12 секунд. Она 10 секунд висит, блядь. Серьезно? Ее кто-то диспейлил, по-моему, и шотнул. Она взрывается, 10 секунд проходит, и она просто сама взрывается сама по себе. Они диспейлятся. Тем более мы хилили, как-то можно продиспейлить, блядь. А, чё, говорите, в холике, блядь? Под раскаты, нахуй, нужно метку, короче, крафу захиливать, иначе ее шотает потом. Да. Ну ты видел просадки? Холик, он на просадках. Типа в ХМе ДЦ вообще, ну, очко будет просто. Ну тогда я хоть знаю, нечаянно суф, держите иннеры, блядь. На меня. Он что ДЦ тебе нужен будет, что холиком, блядь. Давайте вы... рыбу сразу. Рыбу ставьте, бафы дайте. Меньше времени. Точки прокают, типа у меня маны хватает более-менее. А, ну может быть еще. Куда там мастерис добавят? В таком гире, блядь, с холиком это пиздец, конечно. Да, в таком гире. Ты сам захотел холик. Супер. Я ударей это сделал. Чтобы, блядь, супер прохил было уешно. Ну вот ты говоришь херово сейчас. Ман, папа, не херово. Она кончается быстро, прям уебать. Прибавь еще расколотое сердце в ХМе и плюс искру. Там, ну просто не знаю. Ну и, да, если две искры, это просто забей будет. Нет, там хотя массакры будет. Мы такого не должны допускать, по факту. Ну, если мы в обычном режиме, без массовых каких-то унешек падаем, блядь. Как можно отхейлить? Кто в обычном падает, кто не падает? Ну ты видел, Рогу не захилили, Рога сдох. Рога уебал слишком далеко от хилов, я стоял вообще с левого края, он направо бежал как-то. А, ну да, убегал. Там, я не знаю, там прохила не было. Так Акош сейвит, нет? Сейвит. Ну метку скидывает. Он только от этого не сейвит, как он. От топ-вот они сейвит. Метку он скидывает, да. Причина готовность. Он как на лане может стоять, лужу не уже. Женек, в чем проблема? Стамины нету. Да, стамины нету. А, ебать, я дебил, точно, сейчас. Вообще ничего нет. Че, ready, steady, go, но он че? Пуля. Погоди, центр стронут. Да пусть поставят, че походило. Да выставить можно. А выставить? Отойдите от креста. Туда выносим светлую метку. Она вокруг всех бьет. Поближе к черепу пододвинь. Все, да, смотри на. Войд в крест. Хорошо. Так и должно быть. Танки светлые, что делать? Ничего, нормально все. Бак педаль просто чуть-чуть, если там достаешь. Да не надо, там достаешь. Лоя. Лоя, арт крест. Говорит, так херово ставить. Все, хорошо. Сколько там процентов? 80. 79, 78. Уже стоп. Стоп, не стопай. Прохил. Блять, что так больно? Почему вот тупо там убирает? Это черная метка. Опять взорвалась. Это черная. Гравитационная бомба, Ладомир. Это черная. Не предложила отомстить. Теперь Ладомир. Не, ну серьезно, блядь, Лена. Вы стопаете, кстати, ФК, что ли? Нет, там не мораль была. Мораль. Ладомир взорвал бомбу. Сейчас да, а Хархус просто разорвал. Ну, в прошлый раз он взорвал. Ну, в прошлый раз я взорвал, но потому что Харху стоял с белой, я не мог понять, чем стоит. Я на него обратил внимание. Еще раз повторяю, черная метка взрывается в ОУЕ примерно 20 метров. 20 метров, блин.
Ну, понимаете, то, что нужно ее вынести из рейда подальше. Считай, надо отомстить за Ладомиру, короче. Время тянете наше, нахуя? Вот нахуя, у нас так и не так много. Два раза на одном и том же, блядь. Про один инвест, потому что второй не вынес. Ну хотя Ладомир хил, он хиливал, ловил, сейчас нормально. Если как бы, ну, ДБМ не работает, то надо настраивать тогда ТМВ. А зачем ДБМ, если, блядь, у тебя в дебафах показывают? А зачем? Но... Не все видят. Как ты мог заметить, уже два раза произошло одно и то же. Это проблема. Я сам не замечаю, у меня ТМВ стоит совсем в другом месте по центру экрана, чтобы замечать такое. Так а черепок вешается на черную метку, на белую крестик. А, ну да, это да, это есть такое. На персонажа просто смотри, он же тоже в центре экрана. Увидел черепок вниз. Но, пацаны, это нужно делать не во время рейда, а до рейда. Настраивать все ваши проки и так далее. Пиздуя сопрот, короче, вы... Похуй на эту маму. Давно, ебать, пора, алло. Мне кажется, он тебя не спасет. Блядь. Ну, мне тоже так кажется, но я все-таки выпью его, блядь, в пизду. Я-то с маной сидел. Локи, просто вот сюда подальше вот так ковер тыкайте, блядь, все стыки хуярить. Мне такая черная кинулась, вот так сделали, все, блядь. А у вас что-то ковры, блядь, нахуй в рейде прям стоят, нахуй я не понимаю. Бафы. Просто время проебывал. Стамин. Приста баф. Ща. А где, блядь, лок нахуй? Забафал, лока бафнул. Где рыбка? Ну, рыба. А, я на ней сижу, ебать. Чё, арче давай. Давайте, ребята, убивайте его эту хуйню. А может ты зайдешь, Арчи? Блять. Надо сперва ДПС чекнуть рейдом. Потом будем стоять уже на... Вы когда вот он начинает этот топ отдавать, милики, вы отбегайте от него нахер. Это не поможет ему по всему рейду. А смысл, там ОУЕ идет. Ну там меньше бьет, если вы дальше от него стоите, типа. Ну это как бы это не доказано. Да меньше, по миликам дохуя дамагу летит. Я в основном миликов и прохилю. Да, на топ. Далеко срез носишь, у тебя есть красная метка. Ну чуть дальше. Нечаянно хил. Кювикс, можешь кош нажать? Все. Кювикс, выводи, да. Прям сколько процентов? 83. Ребята, готов. Хаос, метка синяя. Стоит. 79, можно уже думать. Опа, выноси, стопаем. Это раскаты? Отойдите, милики, отойдите. Не стойте там рядышком. По 2800 вот. По-моему, ближе стоишь, по 5 бьет. Бьет больше. Больше бьет. Так, что там у нас? Сколько процентов? 77. Локи, это своих уберите, Локи. Да, перестаем бить. Раскаты прохиливаем? Сейчас прохилить раскат. И после этого можно, думаю, начинать. 2800 вроде так вот. Не бьют. Хильте, шмекалку хильте, блядь, не уроните. А это арстайл. Камни нажми. Так, чё? Морали с меткой. Блин, вы все, ну, бля. Ебать, чё, да вы с ним бегаете, ебанутый что ли, блядь? Давайте БР дадим сейчас Сашке и арстайлу, дайте БРы. Быстрее. Сухо и... Так, Суф, вынеси. Ай, заебись, я встал. Суф меня бэрнул, я встал и на нем... Раскаты, хилимся, блядь, похуй. Сейчас будем чекать ДПС, надо уже бить. Сейчас прохилимся. Давайте, пожалуйста, как в десятке сделаем, поставим две метки. Всё, Саня, надо, мы долго тянем. Долго. Давайте, начинаем бить.
Нечаянно, да, Инер, по-моему? Геру тыкните, что он. В сердце Гера, поехали, на все бабки. Не обращайте внимания на этих мобов. Там бомбота. Поебать. Чуть, ну успели бы, если... Лям 50. Ну, лям 100 даже. Лям 50. Под босса зашли, легли. Ну, по урону он, ебать. Сейчас. Сейчас только сердце не бейте, чтобы брать. Я квик стоп 1, ебать, потом мах, ДК, мах, ДК. Короче, на последнем месте два вара, ебать, Харкус, который я так хайпил, ебать, он 380 сказал, ебать. Почти как сова. Сашки 260 тысяч. Я был линканец. Линка нет. Геры был. Сейчас линканец. Тебе из Геры? Как там Геры? Ну, потому что я встал. Ну потому что это ваш приём, ебать. Ну это ваш приём. Этот, просто давайте, почему когда он... Почему человек вынес метку, почему за ним побежало еще трое? Зачем вы это делаете? Мне просто получается, я тоже стал типа где-то в центре, мне кинулась метка, мне надо было убегать, а просто мы вообще разрозненно как-то стояли. Надо, я думаю, тоже как-то вместе стоять. Поставьте для меликов, чтобы они в левую ногу выносили эту гребаную метку. У вас же стоит крест, у вас же крест стоит. Вот. Право, потому что милики разбегаются, когда топот идет. Милики разбегаются, где попало, на ком-то вешается, ну, и дэмэдж по всем. Вам сказали, у вас летит. Метки стоят, крест для светлой, луна для темной. Да не поэтому, я говорю, все стоят в куче, ой, вернее наоборот, понимаешь, кто где. Когда он топает, мы ДПС топнули, и все разбросано стоят, все должны стоять в одном месте, один человек, на ком это кинулось, он вынес. И все. Да там не надо стоять в одном месте, блядь. Ты просто отбежать должен. Я тебе понимаю. Понимаешь, о чем я говорю? У этой ладно, да все, хватит, все, хватит. Не мус... Ты понимаешь, ты стоишь в одном месте, на тебя кидается да белая сфера, ебать, и ты просто всему рейдеру ебать. Хорошо, хорошо. Ну, и ты один раз тикнет, и ты и все. Блядь, и я могу угомонитесь, блядь. Под топа ты тикнешь, конечно, и это просто полрейда минус будет. Ну, бля, сейчас так меня и убило, потому что Моральф был в курсе. Алло, вы можете, блядь, нахуй гомониться, блядь. В чем блядь, проблема? Блядь, говорю, похавайте, пробафайте. Когда человека не дойдет, блядь, он не поймет. А мне поебать, да и шходит, не доходит. Я хочу, сука, тратить этого босса, а не пиздеть, блядь. Ах, прошлый раз ты пиздел. Нахуй. Я не пизжу никогда, все. Ха-ха, давай, сейчас. Давайте в темпе, блядь. Короче, делай, что. Фласки там проверьте, если уко закончится. Сейчас будет подходить, поставишь его нормально. Да, мне арчер напрягать начинает, если честно. Чем? Ну, хуйню куда усирает чат, ебать. Чисто поставил нахуй, блять, весь рейд, ебать, и хуйню усирает. Да ладно. Что сейчас за поведение такое, мне интересно. Все готово, блядь. Хаос и безвредный, дайте сейчас больше в этого в сердце, что-то, блядь, меньше 500. Я типа Локи-то уж точно должны давать больше. Да я хуй знаю. Это все жалко. Может, проки были. Далеко понес, нечаянно, далеко понес. Я блокнул. Сейчас будет топ отход Эри. Надо это типа понял. Так, 78. Отойдите. 76, блядь, 76. Стопните, отойдите все оттуда.
Хилисим, Готовьтесь. Да я хуй знаю, ребята. Как вас нахуй? А почему ты несешь эту хуйню в РДД-зону? Ты что, на приколе там вообще сидишь? Хуярит в РДД-зону, блядь. Есть БР? РДД? Они ведь могут разбегаться по бокам, а не к РДД. Да, да, они должны, блядь, разбегаться по бокам. Под босса зашли и сдохли. Под босса зашли и сдохли. Особенно там... те, кто с меткой, они должны, блядь, как бы в сторону выходить, а не в рейд бежать. Саш, сейчас... ну, может, просто как в десятке сделаем... Нет. Чем тут отличается, как, блядь, в десятке мы убивали? Чем? Да потому что люди как попало, все бегают. Так это не из-за того, что нахуй сделать. Нас тут 25 только из-за этого, понимаешь? То, что они за собой не смотрят, только из-за этого. Сейчас я персональный гайд, блядь, челом сделаю, нахуй, как выносить метку. Правильно. Опять выносим пиздец. Прекращай пиздеть давай. А у нас же есть, да, у пацанов аддон, который показывает рейндж, ну, до персонажа. Какой рейндж, блядь? Потому что световая метка, она в 8 метров всего дамажит. Мы не обязательно поебать, даже убегать. Подожди. Вот именно, поебать, не обязательно убегать. 8 метров набрал, все, забил хуй. Да какие 8 метров, блядь? У тебя задача почитай. Вынести. Да какие нахуй 8 метров? У тебя задача просто ее вынести. Похуй, сколько там метров, ты так просто... Так в этом весь и прикол, чтобы не бежать через весь рейд, прикол, блядь, то, если человек они не могут. Может вынести ее, банально. Ну, не может, он, хули с ним сделать. Пусть тогда 8 так метров это... набирает. Это ему не поможет, понимаешь? Да не орите вы, заебали, нахуй стреляйтесь. Вы так мыкаете, нахуй. Я говорю, человеку вынести надо, а не рейнджу набрать, блядь, 8 метров какие-то, блядь. Просто убежать за километр, нахуй, блядь. Это что, я не понимаю, это что, сложно, блядь? Да он, наверное, говорит про белую, чтобы в РДЗоне... Так я и говорю про белую метку, да блядь. Какая белая, если... Какая белая? Так убивает белая метка, блядь. Темная убивает.